Я уж на это второе поле открываю. Всем привет, дорогие друзья! Это Петр Шкуматов, и у нас такой сегодня необычный понедельничный вечерний выпуск нашего прямого эфира в «Синих ведерках», нашей передачи. И мы решили посвятить его истории около театра «Ленком». Я напомню, там произошел конфликт дизайнера Коновалова и директора... Вылетело из головы, как же он, фамилия у него. Ну, в общем, директор этого театра, который ехал в качестве пассажира на автомобиле Toyota Land Cruiser по тротуару. Это не понравилось молодому человеку. Он вытащил телефон, начал снимать этого престарелого директора театра Ленком, Варшавер, вот его фамилия. И в итоге возник довольно серьезный конфликт. Варламов даже назвал его членососом. Его это не дизайнера, а именно этого самого директора, видимо. Так вот, Александр Евсин вчера поехал на место, где происходил этот конфликт, и сделал... довольно большое количество интересных фотографий. Я сейчас вам их продемонстрирую. Вот просто обратите внимание. Вот сейчас вы видите так называемый служебный заезд в Ленком. Это такая арка, но она тупиковая. Там нету возможности загружаться. То есть, по сути, это пешеходный вход. Вот здесь стоят еще столбики, которые мешают заезду машин на тротуар. И вообще, в принципе, территория вокруг Ленкома, она, что называется, самая такая антиавтомобильная. То есть гигантское пространство для пешеходов и практически полное отсутствие парковок и машин. Но, к слову, надо сказать, что там организована незаконная парковка для сотрудников театра Ленком. Там табличка соответствующая висит. Так вот, друзья, у нас на скайпе сейчас три человека. Равиль Ахмеджанов, Равиль юрист и даст нам правовую оценку произошедшего в театре Ленком. Александр Евсин, руководитель ситуационного центра ЦУДД и человек, который поехал вчера в воскресенье лично на место вот этого конфликта и сделал некоторые выводы. И Леонид Антонов, координатор движения «Автомобилисты Москвы». Ну, давайте начнем с Александра. Александр, вот как вообще вы оцениваете эту ситуацию? Вот что там произошло? То есть прав, не прав этот Варшавер или Варшавер, как его правильно называть? Ну, на мой взгляд, во-первых, здравствуйте. Здравствуй, Петр, здравствуйте, зрители. Что там произошло? Там произошла обычная провокация, которую постоянно делают вот эти самые малолетние урбанисты, которые ходят по городу и ищут проблемы, к чему придраться. Я напомню, что инцидент с директором театра – это не первый скандал в Москве. Одним из громких скандалов был случай, когда тот же самый Коновалов, вот этот вот, который с ним делал съемку, он намеренно поссорился с водителем Арнеллы Мути, которая припарковалась напротив входа в гостиницу. А он ехал на велосипеде и вот точно так же начал качать права. В результате это тоже закончилось скандалом. В данном случае произошло все то же самое. То есть человек, Коновалов, вот этот урбанистический дизайнер, он специально провоцировал и искал скандала,
и, как говорится, докопался до директора театра, который подъехал к своему театру. То есть Марк Борисович Варшавер – это не залетный какой-то торговец фруктами, который там объезжал пробку или что-то. Он подъехал к служебному входу своего театра. В настоящее время к этому входу нет других способов подъезда, кроме как по тротуару. С этой проблемой мы сейчас разбираемся, как так получилось, что нет кратчайшего пути, и приходится делать такой там, ну, кто схему видел этого района, небольшой крюк такой по тротуару, чтобы подъехать. Но это театру нужно. Об этом, в этом я убедился и лично сам, вчера побывав на этом месте, и об этом говорит художественный руководитель театра Марк Захаров, ну, я же не говорю про самого директора театра. Те люди, которые включают голову и здравый смысл, понимают, что существуют такие ситуации, когда необходимо подъехать ко входу театра. Более того, да, более того, там размещен не только служебный вход, но и лифт для инвалидов. И этот подъезд используется в том числе, чтобы обеспечить удобный проход в театр и актерам, которые находятся уже в престарелом возрасте, ну, то есть коллегам вот, действующих актеров, и гостям театра, которые используют там инвалидные коляски, к примеру. Или просто людям, которым тяжело передвигаться или необходимо передвигаться с грузом. Что произошло в тот день? Машина, служебная машина театра привезла буклеты, отпечатанную продукцию, и для того, чтобы ее быстро выгрузить, заехала вплотную к служебному входу. Остановиться напротив она не могла, потому что там уже дорога, во-первых, там запрещена остановка, и там одна полоса движения, потому что с другой стороны введена выделенная полоса для общественного транспорта. И если бы он стал бы именно на проезжей части, он бы реально создал бы очень сильную... А тротуар напротив очень широкий. Я скажу даже, что тротуар этот больше похож не на тротуар, а на самую настоящую площадь. Машина разгрузилась, в это время Марк Борисович спустился вниз, и машина стояла, как раз закончив эту разгрузку этих буклетов. Он, естественно, сел, и машина стала медленно, соблюдая все правила безопасности и осторожности, выдвигаться, чтобы выехать на проезжую часть и ехать дальше. И тут встретился вот с этим Константином Коноваловым, урбанистическим дизайнером, который намеренно преградил дорогу автомобилю и начал качать права просто-напросто, провоцировать человека на скандал. Ту съемку, когда мы видим, когда уже Марк Захаров, Варшавер, как бы уже вспылил, я скажу, вы не знаем, и я не знаю, сколько времени вот этот вот человек, дизайнер, допекал водителя и директора театра, не пуская машину дальше ехать. Более того, этот дизайнер требовал выехать, вернуться назад. Куда назад там возвращаться? Там некуда возвращаться. То есть это обратно только на площадь ехать. И выехать оттуда невозможно. Все перекрыто там каменными столбиками и скамейками. То есть один путь был только проехать по тротуару, но туда не пускал вот этот вот дизайнер. В результате Марк Борисович, в принципе, первый раз, когда я смотрел это видео, это выглядело для меня, ну, даже забавно. То есть это была такая ссора двух интеллигентных людей. Никаких матов, то есть там слова употреблялись исключительно литературные, то есть Марк Борисович говорит, там, выйди вон, ты несчастный больной мальчик. Ну, то есть это было такой драматический какой-то накал в этом даже присутствовал, и я поначалу даже, собственно говоря, не особо обратил внимание, ну, бывает все в городе. Но против Марка Борисовича развернули, ну, самую настоящую травлю, самую настоящую. То есть в СМИ и в блогах, сравнимых со СМИ, пошли статьи, заглавленные «Членосос» на АМР, вот извините за такое выражение, «Членосос из Ленкома». Просто самое настоящее возбуждение ненависти. Это при том, при всем, что никакого преступления он там не совершил и правил даже движения не нарушил, потому что пункт правил 9.9 разрешает в некоторых случаях проехать по тротуару для совершения, к примеру, погрузки и разгрузки груза. Но да, Александр, да, спасибо. Я просто хотел задать все-таки вопрос Равилю Ахмеджанову.
Это юрист, очень известный юрист, один из, наверное, лучших наших юристов. Равиль, скажи, пожалуйста, было нарушение со стороны вот этого Варшавера, ну, не Варшавера, а его водителя, когда он ехал по тротуару, вот в данном контексте, с точки зрения ПДД, без эмоций, или все-таки не было? В принципе, уже все сказано, потому что в том случае, если разгрузочные погрузочные работы были, то в таком случае водитель действительно имел право подъехать вплоть до того, что по тротуару совершить разгрузочные погрузочные работы и точно так же по кратчайшему пути выехать. Любой водитель это может сделать. Вот Роман Строилов спрашивает, интересно, почему другим нельзя проехать по тротуару, чтобы осуществить высадку, посадку выгрузку, а вот этому чуваку на АМР можно? Вопрос задан не случайно. Дело в том, что регулярно оказывались такие ситуации, когда вот всякие торговые палаточки, которые находятся на тротуарах, они, в общем-то, страдали этой болезнью. Но, в общем-то, одним из лекарств для лечения этой болезни было то, что просто-напросто эти палаточки убрали. Это болезнь, которая, в общем-то, уже не первый год. И здесь сложность заключается в том, в том случае, если существуют различные накладные, то понятно, по этим накладным еще можно, в общем-то, как-то что-то определить. Однако же, если это какой-то небольшой груз, вплоть до того, что это багаж может быть, здесь, разумеется, доказать довольно-таки сложно. И, в принципе, здесь абсолютно ничего удивительного нету в том, что автомобиль оказался в этом месте, и ничего удивительного нету в том, что водитель был привлечен к административной ответственности. То, что он двигался, это доказано, а то, что он разгружался, получается, не доказано. Вот у нас такие дела. Кстати говоря, даже в том случае, если мы найдем какие-то железные доказательства того, что этот водитель абсолютно невиновен, что он действительно, в общем-то, совершал погрузочно-разгрузочные работы, у нас все равно останется такая маленькая вещичка. Дело в том, что обжаловать постановление кто-то имеет право, однако не обязан. Водитель может просто-напросто сделать вывод, что ему гораздо проще сейчас в два раза дешевле оплатить этот самый штраф и вообще ни с кем ни о чем не спорить. Равиль, а все-таки такой вопрос. Если обычный водитель, ну, допустим, ему надо выгрузить из обычного легкового автомобиля какой-то груз, ну, тяжелый груз, каждый в этой жизни попадал, ну, каждый автомобилист, наверное, да, попадал в подобные ситуации. Вот у меня была такая подобная ситуация с чугунной ванной. Так вот, может ли человек на обычном автомобиле, ну, в моем случае это была «Газель», по пешеходной зоне подъехать, это была пешеходная зона, подъехать и осуществить погрузку-выгрузку? По пешеходной зоне подъехать, это была пешеходная. Правильно, как слышно? Да, он может, конечно же. Другое дело, что как это все происходит. Дело в том, что, с одной стороны, нужно все-таки здравым умом все это дело обдумывать. Я могу сказать, что, к примеру, вот серьезные проблемы у тех людей, которые живут, например, на улице Арбат. Пешеходная зона. Люди там живут. Людям нужно что-то привезти, увезти, и постоянно возникают серьезные проблемы. Это нормальная ситуация для них. Это одна из норм жизни. При этом, в общем-то, у нас получается так, что согласовывать такие проезды практически не с кем. Равиль, а все-таки вот мне тут буквально недавно позвонил инкассатор, которого оштрафовали гаишники на одной из пешеходных улиц. Кажется, это была улица Кузнецкий мост, но я могу ошибаться. Он в составе инкассаторской бригады заехал на эту пешеходную улицу, подъехал к магазину или откуда он там подъехал, забирать деньги. Так вот, пока инкассаторы ходили, к ним подошел инспектор ГИБДД и составил протокол за стоянку на тротуаре на 3000 рублей. Вот он мне звонил и спрашивал, как же так, он лишил меня моего дневного заработка. Но тут возникает вопрос, действительно, почему, значит, вот этому Варшаверу можно буклеты выгружать, да, на тротуаре, а вот инкассаторам деньги, что более заведомо более опасно,
на тротуаре выгружать, получается, нельзя? Существует некая война терминологии. Одну секундочку. Дело в том, что существует небольшая такая война терминологии. Существует у нас понятие груз, существует понятие багаж. Что касается денег, то это все-таки ближе к понятию багаж. Это во-первых. Во-вторых, когда речь идет о том, что работают сотрудники полиции, то здесь все-таки не стоит забывать о предсказуемости различных событий. Если говорить о том, что предстоит нарушить правила дорожного движения, то, в принципе, это уже можно согласовать. Существует огромное количество ситуаций, когда, в общем-то, заведомо понятно, что здесь сейчас произойдет что-то нехорошее. Ну, нехорошее формально. И поэтому вполне реально можно созвониться с командиром батальона, с дежурной службой и сообщить о том, что мы предполагаем совершить вот такое-то вот действие. Нам нужно там разгрузиться в палатке, ларьке, киоске, чему-то еще. У нас нет возможности проехать каким-то иным способом, нежели как по тротуару. В принципе, нормальное явление природы. И я бы сказал, что сейчас сотрудники ГИБДД довольно-таки мирно к этому относятся, к таким звонкам, к таким обращениям. В первую очередь, есть смысл постараться сделать разумный ход. Это раз. Второе. Когда речь идет о том, что сотрудники ГИБДД уже предъявляют свои претензии, то, разумеется, каждый имеет право давать какие-то объяснения, представлять какие-то доказательства. Если говорится о том, что перевозился какой-то груз, те же самые буклеты, предположим, там, ну, килограммов стоит этих буклетов, в принципе, наверное, есть смысл предъявить те же самые какие-то бумажки о том, что эти документы, эти буклеты здесь были. Осуществлялась такая-то работа. И, опять же, мы не знаем, как происходило все это на самом деле. Потому что мы знаем, что водителя оштрафовали, мы знаем, что джип ехал. Конкретно, как было сформулировано постановление по делу административного правонарушения, мы не видим. Исходя из того, что я обычно вижу, я могу сказать, что, как правило, в общем-то, все постановления, практически все постановления, которые составляются в таких случаях сотрудниками ГИБДД на месте, там, в общем-то, даже регулярно оказывается, что они установили самую виновность лица, в отношении которого велось производство по делу. Установлено, что водитель ехал. И все, этого достаточно для того, чтобы дело работало. А дальше уже, дорогой товарищ, хочешь обжаловать, ради бога, ищи доказательства. И все остальное зависит уже от того, есть желание или нет желания. Если говорить об инкассаторе, вполне планируемая ситуация. Можно созвониться с какой-то службой, которая поддерживает работу правоохранительных органов в этом районе. Можно созвониться с батальоном, можно найти контакт с командиром батальона, с заместителем командира батальона. С тем, чтобы когда-то на приказе с утра, в общем-то, сотрудники полиции прекрасно знали, что такая ситуация будет. Что это не что-то такое вроде метеорита Тунгусского, а планируемая ситуация. Она продумана, она, в общем-то, исключает всякие опасные моменты. Нормальная ситуация, в общем-то, была бы разрешена сразу же. Однако, как уже говорилось, здесь была провокация. Провокация была достаточно хорошо спланирована, достаточно хорошо сделана. И я могу сказать, что сейчас, вот, например, ведется работа для того, чтобы различные граждане пользовались мобильными приложениями, фиксировали какие-то нарушения, сообщали о нарушении водителями правил дорожного движения. Разумеется, куда-нибудь там, ну, в центр организации дорожного движения, полицию, местные органы самоуправления, ради бога. Но это сделано для того, чтобы поддерживать порядок, а не для того, чтобы люди просто удовлетворили свои какие-то личные амбиции. То, что сейчас произошло, это просто-напросто человек сработал на себя. Он показал, какое оно хорошее, значит, что он получил какое-то количество лайков. Я думаю, что сотрудники полиции, которые выписали штраф на 2000 рублей, ему никакой ни премии, ни грамоты, ни пряника не дали. В принципе, нормальное явление. Спасибо, Равиль. Спасибо. А у нас на связи еще Леонид Антонов. Леонид – координатор движения автомобилистов Москвы. Но я вот Леониду хочу задать вопрос. Вопрос, господи, сколько же комментариев, огромное количество. Буклеты в Land Cruiser 200, не смешите.
Леонид? Опять, ты куда-то пропал. Я Land Cruiser 200 буклет услышал, дальше не слышал ничего. А сейчас я уберу эту заставку с твоего лица. Так, не получилось. Итак, еще раз. Евгений Рудов нас спрашивает прямо вот в прямом эфире. Буклеты в Land Cruiser 200 не смешите. Ну, то есть, это такой намек на то, что вот этот самый Варшавер врет. Ну, вот как быть с этим? Ну, представьте себе, да, сначала добрый вечер всем, кто смотрит наш эфир. Представьте себе, что в театре нет автопарка. В театре есть там от силы 2-3 автомобиля, которые используются для всего, иногда и для перевозки даже какого-то мелкого реквизита, и уж тем более печатной продукции. Я совершенно не удивлен, что машина, которая предназначена для обслуживания директора театра, используется для перевозки буклетов. Это естественно и нормально. Если бы там был такой автопарк, как в нашем Дептрансе, да, чтобы каждого чиновника своим автомобилем возить, тогда да, наверное, для буклетов нашли бы попроще автомобиль. Но на физически в театре, на весь театр там служебных 2-3 автомобиля. Так что вот комментарий прям явно не по теме. А все-таки, вот если мы подумаем над этой ситуацией с этической точки зрения, ведь, по сути, Варшавер нахамил вот этому молодому человеку. Если он выгружал буклеты, и, кстати, вот где-то тут было как раз написано, очень, кстати, много интересных вопросов, я их сейчас зачитаю, и очень много вопросов к Равилю. Ну, давайте вот все-таки вот так вот задумаемся. Значит, если бы он был нормальным человеком, без понтов, он бы вот этому дизайнеру, значит, сказал: товарищ, мы сейчас, вот прямо сейчас, прямо сейчас мы выгружали, там, не знаю, что выгружали, буклеты. И выехать у нас нет никакой возможности. Поэтому, дорогой друг, пропусти нас, пожалуйста, мы хотим проехать. И я думаю, что никакого конфликта бы не было. Вообще не было бы конфликта. Но, тем не менее, Варшавер пошел на конфликт, начал обзывать человека сопляком, и в итоге получил вот такую известность на всю страну. Наверное, здесь можно я подключусь, как бы прокомментирую? Да, это тебе вопрос, Леонид. Ну, представь себе, директор одного из крупнейших театров страны. И какой-то вот, ну, так сказать, юный хипстер, да, встает у него на дороге и начинает над ним прикалываться. Человек, который, в общем-то, руководит нехилым таким творческим коллективом в театре. Почему он должен отчитываться каждому, так сказать, кто встает у него на пути, что он сейчас делал? Если бы это было лицо, облеченное властью, в погонах, ну, наверное, да, можно было объяснять. Вот как и, так сказать, то же самое сейчас сказал юрист. Но когда каждое гальмо будет у тебя на пути выскакивать и спрашивать: а что ты здесь делал, а я вот тебя не пущу, ну, ты извини, здесь вот прям другого слова нет. Понимаешь? Леонид, подожди. Что значит каждое гальмо? Какая разница, кто едет по тротуару? То есть, если я, не знаю, нищеброд на ВАЗ-2106, но мне нужно мешок картошки привезти к своему подъезду, потому что он 50 килограмм весит. Что, вот в отношении меня можно, а в отношении директора театра, получается, нельзя? И в отношении директора театра нельзя, и в отношении тебя нельзя. Ты такой же человек, как все остальные. Ты точно так же заплатил налог транспортный, на который построен вот этот тротуар, этот дурбанический рай. Понимаешь? То есть, как бы, ты точно так же вправе проехать, если в правилах не написано, что это должна быть служебная машина. Там написано, любое транспортное средство может подъехать для разгрузки и погрузки. Он же там не парковался, не стоял полдня на этом тротуаре. Они подъехали, с его слов, разгрузились и уехали. Хотели уехать, точнее. Вот как бы вся ситуация этого выеденного яйца не стоит.
Любой человек вправе проехать по тротуару. Это в воспалении, в воспаленном фантазии этих вот стрелок с белками. Им кажется, что тротуар все это, так сказать, зона, где неприкосновенно. По тротуару можно ездить. Это в правилах отображено. Имеет право человек проехать по тротуару. Любой. И на гнилой пятерке, и на Лэнд-Крузере, и на Майбахе, и, ну, так сказать, этим пользуются и правительство Москвы. Что, никогда не видели, как машины Собянина ездят по тротуару? Ну, как бы там-то вопросов не возникает, а здесь вот почему-то прицепились. Хорошо. Ничего страшного. Но, да, я он же не создал помех. Если бы не этот хипстер на пути, он бы проехал незамеченный. Наверняка они каждый день по несколько раз там так проезжают, потому что по-другому не подъедешь. Понятно, но я хотел, вот, Леонид, сейчас секундочку, я хотел бы просто объяснить людям, что нельзя вот абстрактно ездить по тротуару. Разрешается подъехать кратчайшим путем по тротуару в двух случаях. Первое, если нет другого подъезда для автомобилей. Второе, это если... Ну, второе, это если вы едете по кратчайшему пути. То есть нельзя сказать, что вы едете по тротуару, допустим, где-нибудь в районе метро Коломенское, а едете куда-нибудь в сторону метро Алтуфьево. Нет, такого быть не должно, это будет нарушение. Но если к зданию нет подъезда, и, соответственно, вы подъезжаете к этому подъезду кратчайшим путем, то правила дорожного движения это позволяют делать. И директору Варшаверу, который, как тут пишут, хам, и, соответственно, чуваку на шестерке, который подъезжает и выгружает свои 50 килограмм картошки. Но, друзья, я на самом деле хотел показать вам видео, которое про как раз тот самый альтернативный въезд в Ленком. Смотрите, вот оно пошло, я его немножко ускорил, как фура заезжает туда на вот эту территорию. Но если вы посмотрите, да, действительно, этот альтернативный въезд есть. Глупо отрицать. Это грузовой это двор. Есть... Это Петь. Да, это грузовой да, двор. Да, это да, я вот, это, да, я вот сейчас это как раз хотел сказать. Со стороны технической там. Конечно, до, конечно. Место, но он куда есть, надо было нести есть. Буклеты, надо еще по всему театру пройти с этим буклетом. Но он есть. Теоретически, но он есть. Да. И теоретически, соответственно, он может рассматриваться как альтернатива. Но я хочу обратить ваше внимание, дорогие друзья, посмотрите, вот если там встала фура или, допустим, грузовик, вы уже туда не заедете ни на чем, ни на Лэнд-Крузере, ни на ВАЗ-2106, вообще ни на чем. Кстати, в дневное время, ты к этому, вот там такое в кадре видно красное кирпичное здание, это медицинский колледж. Медицинский колледж, да. Так вот, в дневное время бывает, что к этому медицинскому колледжу не подъедешь, потому что перед этим выезд в переулок, тоже запаркованы машины, там площадка, на которой паркуются машины. То есть реально днем иногда вот через этот въезд ты и не попадешь туда. Почему съемка сделана ночью? Потому что это единственное время, когда реально можно проехать. Понимаешь? Вот этот вот сюжет, который сейчас показывают. Да, конечно. Так вот, я о чем что хочу сказать. Здесь есть очень важный момент. Смотрите, у нас водитель утверждает, что заехать туда было невозможно. Кстати, кто-то из Ленкома давал интервью и сказал, что там в это время в грузовом дворе стояла фура, то есть туда нельзя было подъехать. Потом, опять же, вот эта история с буклетами, были они или нет. Кстати, очень много народу пишет, конечно, что буклетов не было, был только директор театра. Но вот хочу, кстати, этот вопрос задать Равилю Ахмеджанову. Вот, Равиль, скажи, пожалуйста, если груз – это торт, или это шариковая ручка, давай доведем до абсурда, можно заезжать на тротуар для ее разгрузки, для разгрузки шариковой ручки? Четко по тексту пункта 9.9 правил дорожного движения. Допускается движение машин чего-то,
а также подъезд по кратчайшему пути транспортных средств, подвозящих грузы к торговым и другим предприятиям и объектам, расположенным непосредственно обочин тротуаров или пешеходных дорожек, при отсутствии других возможностей подъезда. Вот если говорить о том, что подвозится какая-то авторучка, почему бы не предположить, что какая-то транспортная экспедиционная компания осуществляет подвоз какого-то предмета, предположим, пакета, который необходимо вручить кому-то в руки. В наших условиях получается, что припарковать автомобиль можно где-нибудь за километр, за другой. Именно такая ситуация правилами дорожного движения не разрешена. Грузы перевозятся на грузовых автомобилях. Что такое грузовой автомобиль, мы более-менее знаем. Представляем себе, по крайней мере, если кто-то сомневается, грузовой у него автомобиль или нет, можно посмотреть у себя в ПТС. Есть легковые, есть грузовые. Таким образом, скорее всего, на легковом автомобиле перевозился все-таки багаж. Это я предполагаю это. Однако, если существует вероятность невиновности этого действия, то есть это действие невиновное, то получается, что в соответствии с презумпцией невиновности мы должны поверить, что это именно так. Может быть, это авторучка, может быть, у водителя радикулит, может быть, бог знает, что еще. А может быть, это тело барина, как вот нам пишет Евгений Рудов. Тело барина. Я не знаю, может быть, он себя назвал грузом. Другое дело, что здесь происходит неприличная ситуация, она заключается вот в чем. Предположим, действительно произошла разгрузка. Предположим, что этой разгрузки не было, не суть важно. Автомобиль движется. Для того, чтобы разобраться, почему он движется, можно все-таки сообразить, могло ли быть иначе. Одно с другим не взаимосвязано. Автомобиль возвращается. Таким образом, мы видим не начало действия, когда водитель заезжает, а обратное действие, когда все это уже прекращается. Даже если было правонарушение, то сейчас происходит действие, направленное на то, чтобы избежать развития этой ситуации. Это можно, это нужно, это правильно. По крайней мере, ликвидация последствий административного правонарушения, оно является смягчающим обстоятельством. А здесь естественный процесс. Если заехал и не должен там быть, то должен покинуть это место. Что касается авторучки или же чего-то еще, я еще раз повторяю, для того, чтобы были доказательства, надо, чтобы были документы. Документы на перевозимый груз, на обеспечение, на то действие, которое связано с появлением транспортного средства именно в этом месте, на этом участке дороги. И это было бы правильно. Равиль, подожди секундочку. А если у меня тяжелый чемодан? У меня тяжелый 50-килограммовый чемодан. Два чемодана. Пять чемоданов. Это мои личные вещи. У меня там, допустим, кирпичи лежат. Я что, не имею права подъехать кратчайшим путем по тротуару к подъезду и выгрузить их? Я должен их на своем горбу вот так вот переносить? Петр, я тебе скажу страшные вещи. Дело в том, что права и свободы в нашей стране определяют смысл, содержание, применение законов. У нас наказуемо противоправное действие. У нас осуществление прав и свобод не должно мешать осуществлению прав и свобод других лиц. Но дело в том, что когда мы говорим о том, что человек осуществляет свое право, мы не говорим о том, что, в общем-то, это право какое-то предусудительное. Но вся терминология у нас заточена на то, что если человек использует какое-то право, то оно явно предусмотрено законом. А в Конституции же говорится о том, что не все права, предусмотренные второй главой, они, в общем-то, то есть перечень прав, перечисленный во второй главе Конституции, он не является исчерпывающим. Таким образом, вы знаете, можно говорить о таких страшных вещах, как право людоеда есть людей. Такое право, может быть, у этого людоеда есть, но оно наказуемо. Оно наказуемо Уголовным кодексом Российской Федерации. Может быть, кто-то имеет право подвести чемодан. Согласен. Но правонарушение или неправонарушение – это уже другой вопрос. Поэтому нужно все-таки разбираться, есть тут состав административного правонарушения или нет. Виновное действие или как. Может быть, это чемодан с кирпичами. Петр, я понимаю, что ты крепкий человек, но я сомневаюсь, что ты килограммов 100 на себя возьмешь. Наверное, все-таки нужно по кратчайшему пути быть человеколюбивым.
И если говорить, опять-таки возвращаясь к доказательствам, то нужно предъявить чемодан, нужно предъявить свидетелей, нужно, чтобы все дружно сказали, ага, иначе быть не должно было. Так я могу сказать что-нибудь? Да, сейчас, секундочку, я вот как раз к Александру Евсину хотел перейти, но вопрос у меня был немножко другой. Что вообще сейчас будет с вот этой площадью около театра Ленком? Очевидно, что там творится какой-то абсурд, и неплохо было бы там как-то изменить и схему организации движения, и обеспечить подъезд кратчайшим путем вот к этому хотя бы входу, где инвалиды поднимаются. Это мне вопрос, правильно? Да, Саш. Да, мы сейчас прорабатываем решение, чтобы заменить один из каменных вот этих столбиков, который называется малой архитектурной формы. Мы хотим заменить его на выдвигающийся болвард, который будет убираться по необходимости сотрудниками театра. Это полностью, в принципе, решит все проблемы, хотя я скажу, что и сейчас особых проблем нету. Эти проблемы есть у специально, говорю, провокаторов, которые специально это все провоцируют. Теперь я что бы хотел сказать, что вообще вот у нас город такой, что у нас никогда не получится делать полностью бесконфликтной среды, когда мы не можем сделать три отдельные Москвы. Одну Москву для пешеходов, вторую Москву для автомобилистов, третью для велосипедистов там, и так далее. Необходимо учиться жить вместе. Это подразумевает взаимное уважение. И если вы видите, что пожилой человек даже, возможно, формально что-то нарушает, хотя в данном случае ваш Авер даже ничего не нарушал, пойдите ему навстречу. Зачем бегать и провозглашать вот эти максимы и реально плодить ненависть, просто самую настоящую ненависть в обществе? Вы все равно рано или поздно окажетесь на этом месте. Кто хочет, как говорится, знаете, есть такая поговорка у правоохранительных органов: то, что вы на свободе, это не ваша заслуга, а наша недоработка. Если мы будем следить за каждым человеком вот так с лупой, на каждого найдется, за что, собственно говоря, можно его наказать, порицать и прочее, и прочее. Поэтому я призываю к здравому смыслу, взаимному уважению и пониманию проблем всех окружающих людей. И необходимо понимать, что Марк Борисович не хамил, то есть он уже был вынужден отвечать и как-то воздействовать на вот этого вот наглого, на самом деле, юнца, который кривлялся перед его автомобилем и намеренно затруднял ему движение. Он употреблял, говорю, полностью литературные слова и не пришел ни одну из, скажем, общепринятых норм. А первым принципом уважения нарушил как раз вот этот молодой урбанистический дизайнер, намеренно создавая неудобства для окружающих людей. То есть Варшавин, может быть, и создавал, но он, вы если обратите внимание, даже когда открывал дверь, извинился перед проходящими мимо прохожими. Он даже вот этому Коновалову сказал: уйди, пожалуйста, с дороги. А потом через паузу: сопляк, да. Потому что в это время... Я не знаю, что показал этот дизайнер. Он показал ему оскорбительный жест. Он мог просто хмыкнуть как-то оскорбительно, показав, что не собирается ничего делать. Поэтому это обычная, нормальная реакция человека на провокационные действия. И мне только большое сочувствие и к Марку Борисовичу, и к тому, что у нас такая точка зрения, к сожалению, нашла просто какую-то сногсшибательную поддержку. Я даже обществом не хочу это называть, потому что это похоже на улюлюкающую толпу. На улюлюкающую толпу, которая идентифицировала два каких-то признака: большой черный джип, АМР. Значит, там подонок, негодяй и прочее, и прочее. То, что такая машина может быть у заслуженнейшего человека, награжденного большим количеством наград, руководящим огромным театром, это не просто один из самых славных российских театров, это величина мирового масштаба, чтобы я хочу, чтобы вы понимали. Из него делают посмешище и называют, даже если бы он совершил это пустяковейшее правонарушение, это не повод обзывать его членососом, устраивать травлю и прочее, прочее. Поэтому я говорю, мы без взаимного уважения никуда не уйдем. К сожалению, я вынужден попрощаться, потому что мне необходимо дальше работать. Спасибо большое за эфир, спасибо, Петя, спасибо, зрители. До свидания, значит.
Спасибо, спасибо, Александр Евсин, на связи у нас был уже, да, получается. Так вот, друзья, я что хотел вам показать? Я вам хотел показать общее... Вообще, вот смотрите, у нас есть вот эта самая концепция. Давайте уйдем от этой ситуации, история с Варшавером, и попробуем перейти к истокам, почему оно вообще в принципе произошло. А произошло оно по какой причине? Потому что у нас отдельная история, отдельное пространство для пешеходов, причем многие люди искренне уверены в том, что тротуар это только для пешеходов, исключительно, хотя это не так. По ПДД, опять же, да? Так вот, второе, дорога тогда только для автомобилей получается, что тоже не так, и пешеходы имеют право переходить в неположенных местах, на красный свет и так далее. Читайте четвертую главу. То есть, на самом деле, мы все живем в некоем общем пространстве, когда пешеходы могут быть на дороге, а автомобилисты иногда, в исключительных случаях, обеспечивая безопасность, могут ехать по тротуару. Так вот, я что хотел вам показать. Дело в том, что вот эти урбанистические концепции, плитка, столбики и прочее, это даже не... просто устаревшая концепция. Это концепция из прошлого века. А вот сейчас в Европе модно, и вообще модно, стильно, молодежно, современно, в силе совершенно другая концепция, но, может быть, за исключением некоторых районов. Называется она так называемый shared space. Откройте Википедию, посмотрите. Это очень интересно. Shared space – это место, где могут передвигаться все. Это место для пешеходов, это место для автомобилей, это место для велосипедов, да и вообще для всех остальных. Никаких знаков, никаких, там, не знаю, каких-то ограничений, направлений, столбиков. Все более-менее понятно и так. Вот смотрите, как это организовано в Вене. Это Вена, столица Австрии. Вот прям реальное видео оттуда. Так вот, видите, там едут люди на велосипедах. Велосипедисты, потом идут пешеходы. И вот там дальше вдалеке появляется автобус. Автобус появляется. Ну и едет, естественно, обычный автомобиль. Едет он медленно. И это не считается нарушением. У нас бы это, конечно, не знаю, это видео вызвало бы, наверное, шок, особенно в условиях последних вот этих тенденций. Но, тем не менее, это нормально. Это нормально и считается наиболее современной и правильной концепцией организации общественных пространств. Никого не шокирует вот такая история. Главное, чтобы... автомобили, автобусы, да и вообще, в принципе, велосипедисты и другие участники дорожного движения ездили аккуратно, медленно. Ну, то есть, это, по сути, такой аналог наших жилых территорий, что ли, когда автомобилисты могут ехать там 20 км в час максимум, а пешеходы, соответственно, тоже должны идти осторожно, но они имеют, конечно же, приоритет. Я вот у Равиля, конечно, хотел спросить прежде всего по поводу жилых зон. Равиль, вот действительно жилая зона – это некое общее пространство? Мы ничего не слышим, я думаю. Да, не слышим. Алло. Да, мы тебя слышим. Да, так же. Значит, жилая зона – территория, помеченная дорожными знаками. Жилая зона – начало и конец. Значит, разумеется, там приоритет, собственно говоря, граждан. Однако далеко не каждая территория может подходить под такое понятие. В Москве есть ряд улиц, именно улиц, имеющих нормальные проезжие части с разметкой, со всем остальным, в общем-то, именно обозначенные такими знаками «жилая зона». Что касается основных требований, то нам, как просто гражданам, пешеходам, важно, чтобы в такой жилой зоне не давили, например, детей, пешеходов и так далее. Но не нужно забывать, что нам также не нужно, чтобы там был поток транспортных средств. Не надо делать так, чтобы по этой жилой зоне происходил объезд там каких-то пробок, там чего-то еще вроде этого.
нормальная ситуация, вот, которая была изложена в данном видеоролике, ее можно увидеть, например, в каком-нибудь курортном городе. То есть люди идут куда-то в сторону пляжа, может быть, большой организованной толпой, и по этой же дороге, в общем-то, ездят транспортные средства. И очевидно, что скорость движения, она опять-таки естественным образом ограничивается. Это нормально. Что касается стандартизации, то есть у нас вот правило по градостроительству, обустройству селитерных территорий, которое, в общем-то, предусматривает наличие подобных зон. И здесь ничего необычного нету, за исключением маленьких деталей. Вот если говорить об имеющемся случае, тут не жилая зона, тут речь идет именно о тротуаре. Но можно говорить о том, что могли бы существовать подобные места. То есть если вот взять ту же самую улицу Арбат, ее назвали пешеходной зоной, могли бы сделать какое-то серьезное ограничение на въезд. Но дело в том, что у нас старательно перегибают палку. Когда вот не смогли обеспечить, например, привлечение к ответственности тех водителей, которые ставили автомобили елочкой вторым рядом, в общем-то, сделали что? Просто сделали знак «Остановка запрещена». И, разумеется, контроль отдали сотрудникам МАДИ. Сначала полиции, потом МАДИ. Значит, через некоторое время почему-то оказалось, что в этих местах уже парковочные места, платные парковочные места. Хотя на самом деле все это могли бы ограничить тем, что просто соблюдать порядок. Теми же самими сотрудниками ГИБДД, МАДИ, кого-нибудь еще. И в результате получается, сначала нужно сделать бардак, продемонстрировать, что бардак – это нехорошо, а после этого уже наводить порядок и говорить о том, что мы не дураки были, мы всегда были хорошими. И вот в этой ситуации… Да-да? Рамиль, я просто… Я понял, да. Я хотел, на самом деле, ответить Ольге Адиатулиной. Ольга написала: «Петр, вы о чем? Мы же в Австрии, мы же не в Австрии, у нас такого точно не будет никогда». А я вот сегодня как раз заснял аналогичную историю у нас в стране. Вот смотрите, это ну, типа тротуар. Но вот стоят машины, они стоят очень культурно, никаких, скажем так, помех пешеходам не создают. Это самое настоящее общее пространство, shared space, прямо по-европейски. И если мы посмотрим, вот эти аппендиксы, которые есть вот на этой территории, они, в общем-то, пешеходам не нужны. Пешеходы там не ходят, да и эти 2 метра ширины, наверное, никому там особо погода не сделают. А вот автомобили там стоят. Все очень культурно, по-европейски, но, конечно, это не Европа, потому что у нас тут 7 месяцев зимы. Так вот, смотрите, мы же можем, друзья, мы же можем, в принципе, жить нормально. То есть это абсолютно нормальное явление, когда сосуществуют вместе на одной территории без каких-то административных вот этих разграничений, что ли, как их можно назвать, и машины, и велосипеды, и пешеходы. Главное, хамов, которые, ну, допустим, гоняют, вот как тут было написано, Екатерина Рукосуева написала: «У нас между дворов машины гоняют от 60 км в час». Да, таких дебилов надо просто карать, я даже не знаю как, ну, не буду говорить как, но, в общем, каким-нибудь очень серьезным образом. У нас во дворе пока не было 2 лежачих полицейских, которые, кстати, мы поставили по очень горячим просьбам жителей именно по этой причине. Именно по этой. Так вот, у нас ребенка, ну, сбили не насмерть, но, в общем, ребенок получил довольно такие чувствительные травмы. Я очень хорошо это понимаю. Таких козлов надо просто лечить. Но все-таки у нас большинство людей, большинство, это нормальные... Нормальные люди. И вот вы видите, вот сегодняшний пример, это как раз пример нормального сосуществования автомобилей и пешеходов. Ну, правда, естественно, может быть, с каким-то нарушением, но тем не менее. Вот, Леонид, к тебе вопрос. Скажи,
Вообще, в принципе, вот излишнее регулирование вот в этой сфере, когда вот отводится вот эта площадочка для пешехода, а вот эта площадочка для автомобилиста, и вот эти леса знаков из-за этого, оно вообще как? Как ты думаешь, эффективно, имеет право на жизнь? Или все-таки надо как-то по-другому подходить к вопросу? Ну, концепция на сегодняшний день, к сожалению, разрабатывается вот этими стрелками с белками в голове. И, к сожалению, автомобилисты, хотя это, в общем-то, ну, большая часть московского региона, общества, да, в московском регионе, они, к сожалению, не допущены никаким боком к какому-то влиянию на эти концепции. Ведь посмотрите, кто разрабатывает вот эти вот концепции опешеходивания, вот этого вот дурбанизма, который сейчас захватил Москву. Вот даже скриншот со страницы этого, так сказать, кудесника Константина Коновалова, да? Вот он сам пишет о том, что да, мы немного странные, ездим по Москве на велосипеде даже зимой. Но вот согласитесь, что вот таких людей, немного странных, не надо пускать в проектирование города, который рассчитан на всех, и на пешеходов, и на велосипедистов, и на автомобилистов. Вот правильно Александр Евсин сказал, что у нас не будет трех городов с именем Москва. Москва одна для всех. И давайте прекрасно понимать о том, что автомобилисты, из которых содрали за прошлый год 17 с лишним миллиардов рублей в городской бюджет, и дурбанисты, которые потребовали на благоустройство почти 130 миллиардов рублей, это все-таки серьезные вещи. И мы все как бы платим налоги, и пешеходы, и автомобилисты. И я не хочу говорить о том, кто больше или кто меньше, но понимаете, что вот это вот опешеходивание для того, чтобы напустить пыли гостям в глаза к 2018 году, вот, и траты на это огромных денег, представляете, 130 миллиардов рублей будет потрачено в этом году на программу «Моя улица». Вот на перекладку зимнего, так сказать, зимней плитки на летнюю, на новые бордюры, на заужение проезжей части. Надо ли это для того, чтобы в 2018 году там полгода помотать, так сказать, посыпать пыль в глаза туристам, чтобы потом и сейчас люди мучились откровенно. Ведь, к сожалению, Москва, к сожалению, абсолютный градостроительный дистрофик. Да? У нас совершенно не развитая, не современная, она не с прошлого года, не с прошлого века, а да, за прошлого века у нас инфраструктура. И вместо того, чтобы ее развивать, власти старательно делают все, чтобы ее уничтожить. Посмотрите, вот это сейчас отмена строительства 12 многоуровневых паркингов. В Москве нет внеуличного пространства, а ведь внеуличные паркинги – это такой же элемент транспортной инфраструктуры, как дорога. Если вы едете на машине, да, вы должны в точке Б, куда вы приехали, остановиться и автомобиль запарковать. Но вы этого сделать не можете. Ведь что произошло в результате вот этого вот дурбанического опешеходивания центра? Получились огромные ширины вот эти аэродромного типа тротуары, и совершенно невозможно, все улицы превратились в какие-то, так сказать, вот места для проезда. Ты на машине не можешь приехать. Это улучшило транспортную доступность центра, что ли? Я, кстати, хочу... Нет, конечно, Леонид живет просто в районе прям самого-самого центра, поэтому это просто очень больная тема для Леонида. Кстати, именно Леонид Антонов добился в свое время от Собянина ввода резидентных разрешений. Ну, давайте вот немножко по теме. Мы и так уже, давайте, подходим к завершению. Мы договорились час, у нас 7 минут остается. Смотрите, люди требуют хипстера, даешь хипстера, так сказать, в эфир. Смотрите, я, ну, в общем, обзвонил, описал людей, которые могли бы культурно составить противоположную точку зрения, но, к сожалению, никто из них не стал принимать участие в нашем эфире.
там по разным соображениям. Почему культурно? Потому что мы все-таки стараемся относиться к вам, нашим зрителям, с большим уважением. И, конечно, можно было бы там кричать там всякие слова там плохие в эфире, но, тем не менее, это, наверное, неправильно. Так вот, смотрите, вы можете писать это в комментариях. Я это все зачитываю, я это все вижу. Так, смотрите, давайте подведем небольшой итог. Друзья, во-первых, те, кто нас смотрел, писал комментарии, спасибо вам большое. Значит, пока Леонид Антонов и Равиль Ахмеджанов не отключаются, я просто небольшой итог подведу. Смотрите, первое. Варшавер или Варшавер, он хамил. Там кто-то считает, что это хамство вынужденное, не вынужденное, неважно. Это очевидно. Второе. Ехал он по тротуару медленно, печально, ну и, в общем, наверное, не создавал какой-то большой угрозы. По презумпции невиновности, если не доказано иное, должно, то есть это действие разрешено. То есть если гаишники не доказали, что выгрузки-погрузки не производилось, то значит не виноват. Такое должно быть в отношении Варшавера, Лэнд-Крузера, ВАЗ-2106, вообще любого автомобиля. Равенство перед законом. Так вот, дальше. По тротуару в исключительных случаях можно ехать, как мы выяснили сегодня. Правда, не выяснили с чемоданом, точнее, с 10 чемоданами, что делать, но это я сейчас задам вопрос Равилю Ахмеджанову. Вот, но самое главное, смотрите, современные урбанистические концепции говорят о том, что пространство... Общее пространство можно использовать максимально эффективно, использовать его для совместного проезда автомобилей, велосипедов, людей. И это, безусловно, современный тренд. А вот то, что делают в Москве, к сожалению, это такой, знаете, ГУЛАГ. Это методы ГУЛАГа используются. То есть, когда вот здесь запрещено, там запрещено, здесь место для тебя, вот твое место у параши, а твое место, там, не знаю, у столовки с кастрюлей и так далее. То есть, происходит искусственное разделение территории, и дальше, естественно, сталкиваются интересы различных участников. Автомобилистов и пешеходов, велосипедистов и автомобилистов, грузовых автомобилей и легковых и так далее. Нам все с каждым днем становится сложнее находиться в этом городе, но я надеюсь, что все-таки ситуация начнет меняться. А давайте Равиле я все-таки спрошу. Равиль, ты на связи, да, слышишь нас? Да. Смотри, все-таки чемодан-то можно мне донести до лифта и запарковаться на тротуаре для этого? Ну, 100 килограмм, что мне делать? Я не варшавер, я не хочу нарушать, хочу, чтобы спину не надорвать. Будь разумным. Если считаешь необходимым, сделай это. Так прости, Равиль, оштрафуют же, а еще могут снять на видео, выложить это в интернет, скажут хам. Петь, можно я еще тоже скажу пару слов на эту тему? Пожалуйста. Вот мне все-таки кажется, что вот эта вот тенденция к тому, что граждане должны стучать, да, вот это вот воспитывание новой генерации хипстеров-стукачей, она порочна. Должны предъявлять претензии в таких ситуациях люди, облеченные властью. То есть это должны были сделать правоохранительные органы. Если их там нет, вершить самосуд и определять, имел он право или нет, вот этому волосатому хипстеру не дано. И вот эти вот все махарайки, которые сейчас придуманы для того, чтобы приложение, как мы его окрестили, активный стукач, да, вот, чтобы, вот это вот все надо запретить, потому что это вносит только раскол в обществе. Ни о каком гражданском обществе в такой ситуации быть речи не может. Вот эта порочная практика, которая взята на вооружение, зачем-то правительством Москвы. Равиль, ну да. И давай ты заключительное выражение, заключительное слово, заключительный такой спич юриста, ну или не юриста, что хочешь говорить? Слушай, значит, я хочу просто констатировать факт. Хорошее или плохое Варшавер, хорошее или плохое вот этот товарищ, который сделал свою видеозапись.
хорошо или плохо, за 2000 рублей Клинкову приковано было огромное внимание, это во-первых. Во-вторых, сейчас для Ленкома, очевидно, нужно сделать хороший подъезд, для того, чтобы можно было на автомобиле подъехать к дверям. И в конце концов, дело в том, что у нас периодически нужно сделать какую-то большую, демонстративную, гротескную глупость, для того, чтобы люди заметили чего-то такое небольшое, маленькое, но что очень сильно мешает. Сейчас, хорошо ли, или плохо ли, ну, я не знаю, может быть, за бесплатно, может быть, не за бесплатно, в общем-то, появляются какие-то позитивные вещи. А то, что варшаверы назвали нехорошим человеком, я думаю, что к нему это дело не прилипнет. Если ему захочется повоевать, он еще может предъявить свои претензии к автору видеоролика по поводу нарушения права на изображение гражданина, это предусмотрено гражданским кодексом. Ситуацию можно изображать с любой стороны, и сейчас лучше говорить о результатах. В результате у этого театра должен появиться подъезд для автомобилей. 2000 это, рублей. Это отлично, это отлично. Друзья, Леонид Антонов, Равиль Ахмеджанов и недавно нас покинул Александр Евсин и Петр Шкуматов, конечно же. Вот мы все были сегодня вместе с вами. Надеюсь, мы донесли до вас какую-то положительную информацию. И, знаете, самое главное, меньше эмоций, друзья. Все-таки думайте головой, смотрите правила дорожного движения. Да, иногда, конечно, неприятно осознавать, что автомобиль, едущий по тротуару, на самом деле может так ехать. Точно так же для автомобилистов иногда неприятно осознавать, что пешеход, который идет по дороге, тоже может там идти. Итак, друзья, Петр Шкуматов, Леонид Антонов и Равиль Ахмеджанов, мы сегодня были с вами. По пятницам, друзья, в 19.00 на нашей страничке в Фейсбуке мы час тоже что-то обсуждаем, ну а поскольку технология уже отлажена, мы периодически можем выходить в эфир прямо, что называется, с пылу, с жару. Все, друзья, хорошего вам вечера, я желаю вам моральных сил. И меньше тратьте эмоции, думайте головой, относитесь ко всему критично, и тогда у вас все будет хорошо. Всем пока.